Ну, конечно, Новый год у меня ассоциируется, конечно, с танцами, дорогие телезрители. Будем танцевать, конечно, до упаду. Слушай, как здорово, не скользит вообще. Да правильно, Оля, не скользит. Это наше спецпредложение дня. Покрывало Шиншилла Лайт. Секретом супер анти не скользящей поверхностью. Такого еще нигде не было. Вот такая вот новинка для вас от телеканала Shop and Show. Наше спецпредложение дня Шиншилла Лайт. Оля, ты представляешь, какой скользкий наш ламинат, наш дорогой. Дорогие, невероятно скользкий, мы специально носим резиновую обувь, чтобы не упасть. И так. Даже здесь не скользит наша Шиншилла Лайт. С вашей мебелью уж точно не убежит. Слушай, здорово, давай покажем вот эту сторону, за счет которой не скользит наша вариация. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Слушай, напоминает вот как детские носочки со стопами, да? Совершенно верно, здесь специальный полимерчик, с помощью которого покрывало Шиншилла Лайт надежно фиксируется на мебели, и всегда ваше место отдыха безупречное, без бугров оно не сползает. Это здорово, Юлечка. Ну, сколько цветов мы представляем в нашем предложении дня. Кстати, я теперь должна рассказать нашим телезрителям, почему Шиншилла Лайт сегодня специальное предложение. Юль, помнишь, месяц назад мы впервые представили нашу шиншиллу. Колоссальный успех. Более 600 шиншилл уже ушло за месяц. Сегодня это максимальная еще и скидка для вас. Рассказывай, какие цвета, мне уже не терпится. Богатая палитра цветов Шиншилла Лайт у нас представлена. И давайте пройдемся с вами по цветам. Есть и яркие оттенки, есть и пастельные. Итак, желтая Шиншилла Лайт. Знаешь, Оля, выбираю себе сегодня этот цвет. Обожаю нежный перламутр. Посмотрите, какие переливы. Ваш интерьер будет элегантным. Следующая Шиншилла Лайт у нас розового цвета. Очень красиво будет в женской спальне, например, подумала я. Далее у нас потрясающий цвет бежевый. Темный бежевый оттенок, очень красивый, посмотрите. Тоже с такой с разноплановой фактурой, объемный, элегантный. Кстати, посмотрите, с лазерной обработочкой, крайне посыпется. Дальше идем с вами. Серый цвет, потрясающий, темно-серовая, такая графитовая шиншилла. Это классика, которая добавляет элегантности в интерьер. Дальше цвет коричневый, такой достаточно классический. Очень многие, кстати, Оля его выбирают. Да, красиво. И яркий акцент появляется на нашем экране. Шиншилла Лайт бордового цвета. Вот так. Тоже есть еще цвета. Угу. На полу светлый серый цвет, на котором Олечка танцевала и показывала главное преимущество Шиншиллы Лайт. Нескользящую поверхность. Вот он появляется, роскошный серый ковер. Бесподобно смотрятся эти чешуйки, переливы перламутра, которые добавят шик и роскоши в ваш интерьер. Далее цвета на кровати. Потихонечку переходим на нашу импровизированную кровать. Нежная бирюза и фиолетовый. А Оля уже уселась. Слушай, а я вот сразу хотела обратить внимание на наши кресла. И знаешь, вот я вот представляю свое кресло в своем интерьере. Юль, коль уж я с тобой сегодня, помоги подобрать, пожалуйста. Вот я не умею сочетать цвета. У меня коричневая мебель. Для меня вот такое, знаешь, понимание. Раз коричневая мебель, значит, только коричневая шиншилла. Да нет, Олечка, конечно же, под коричневую мебель не обязательно коричневый цвет, потому что так интерьер заскучает. Ты посмотри, какой богатый выбор Шиншилла Лайт по цветам. Если вы хотите, допустим, сделать акцентным интерьер, добавьте красок в него, тогда бордовую Шиншиллу Лайт. Если любите нежные оттенки и, наоборот, хотите спокойствия в доме, уюта, выбирайте светлые тона. Олечка, ну цвет в цвет будет скучновато. Да, то есть можно играть с цветами. Конечно. Тем более, наша палитра это позволяет сделать сегодня, обратите внимание, сразу несколько цветов на выбор. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Шиншилла Лайт. Юль, ну ты вот сейчас главное вот преимущество демонстрируешь, то, что действительно, смотрите, вот, дорогие телезрители, вспомните, когда мы садимся на кресло, правильно, мы потом встаем с него, смотрите, встаем, и нужно обязательно что сделать? Поправить. Здесь поправлять ничего не нужно. Мне очень нравится, что оно фиксируется на кресле, да, вот, Юль? Точно, Оля, не только на кресле, а еще и на диване, на любую мебель, ведь размер большой, евро 200 на 230, на кровать, на диван. Вы с помощью Шиншилла Лайт создадите себе удобное и уютное место отдыха в доме, а главное, добавите шик и роскошь в ваш интерьер. Посмотрите, какие переливы. Как красиво Шиншилла Лайт, Оля, облегает по конфигурации мебель. Вот просто идеально. Просто вот вторая кожа, вторая жизнь старой мебели в Шиншилла Лайт. Да, причем смотри, все так идеально, ровненько. Просто безупречно. Располагается по нашему дивану. Мне это очень нравится. Безупречное предложение для вас. Если вы хотите обновить свою старую мебель, не надо выбрасывать свои старые диваны и кресла. Стоп!
подождите, старая мебель еще прослужит нам долго-долго. Закажите шиншиллу Лайт и как бы взмаху волшебной палочки преображайте свой интерьер при помощи нашего специального предложения только с сегодняшнего дня. Юля, здесь такие переливы, посмотри, пожалуйста. И вот эти вот тоже вот резиновые поверхности меня смущают. При стирке все ли нормально будет? Все будет хорошо. Нельзя? Вот эти полимерчики, вот этот потрясающий густой эко-мех. Оля, не выдергивается и не отваливается после стирок, потому что шиншилла Light выполнена на высокотехнологичном оборудовании. Ваша любимая шиншилла продержится с вами долго. Мех не стирается, не электризуется. Всегда сохраняет свой первозданный вид. Класс, ты посмотри, какие переливы, какой холеный блеск, шик, блеск, красота. Знаешь, три заветных слова – это для меня понимание идеального, шикарного, богатого интерьера. А вот для тебя? И я тоже выбираю элегантные перламутровые переливы. Как раз такая шиншилла есть у нас по цвету. Моя любимая, выбор сегодня мой – желтая шиншилла Light. Потрясающая классика, действительно, здесь прямо, ну, переливы перламутрового жемчуга. Очень красиво. Идем далее, цветов много, шиншилла Light розового цвета для неженок, для девочек, в детские спальни. Очень красиво будет смотреться. Далее цвет темно-бежевый для тех, кто выбирает классику. Пожалуйста, это абсолютно под любой интерьер. Такой аксессуар сделает ваш дом неповторимым. Темно-серый цвет, коричневая классика и яркий акцент. Респектабельный бордовый. Посмотрите, как играет на свету. Очаровательно переливается. На полу у нас светло-серый. Далее идем с вами на кровать. Здесь бирюза и фиолетовый. Это тоже два, кстати, одни из самых сочетаемых оттенков. И очень модные будут в 2016 году, простите. Именно бирюза и вот такие цвета фиолетовые под фуксию. И светлый бежевый у нас на кресле. Выбрали свой цвет? Такая палитра. Выбрать легко. И напомню, что это хит наших продаж. Это самый востребованный товар на телеканале Shop & Show. И сегодня мы сделали на него особенное предложение.